Всем хулиганам здравствуйте и огородникам. Этого ролика вообще не должно было быть, потому что мне его помешали снять. Это самый ужасный ролик на моем канале. И то, что в нем происходило, это полнейший бред. Особенно концовка самая ужасная. Я не знаю, вообще стоит ли вам такие ролики показывать или вообще показывать неудачные записи, но мне помешали этот ролик снять. И вы перестаньте уже ставить лайки. Последний раз вам говорю, перестаньте. И снова 55 тысяч лайков, выйдет новый ролик. Не наберете, не выйдет. И про подписку с колокольчиком не забывай, потому что на 300 тысяч я станцую такой оп-оп-оп-оп-оп. Клевый танец. Подпишись, если ты не сосиска. А потом, как посмотрите мое видео, заходите по ссылке в описании и посмотрите его от лица Зени, потому что там в разы все веселее. Потому что он записал все, что я не записал. Ой, прости, я случайно. Да, Саша, я только запись врубил. Ёкарный... Прости. Стой. Давай, нормально, запишем. Да, давай. Я забыл за тебя что говорить. Убери эту дырку. Ой, да я сейчас слушаю. Встань сюда! Не беси меня! Все, давай, стой. Типа в тебе. Саша, Шрек. Я потом уже выйду из тебя. Я не Фиона, Саша. Не нужно быть во мне, Саша. Фиона. Саша, мы с тобой парень и парень. Ладно, мы не хорошо, парень, девушка. Все. Давай начинать. Я за тебя забыл, что говорить. Стой, не... да не с этой ты. Я сейчас да я не буду. Напишу. Все. Так, приветствие. И для того, чтобы проверить игрока на честность, мне понадобится вот этот вот Шрек, который барбос. Поздоровайся. Куда ты ушел? Просто поздоровайся. Алло. Алло! А, ой, мы записываем уже? Скажи привет. А, привет. Короче, юбка, короче. Ты меня заприватил? Ой, да ты стой, меня... стой, дай я суть расскажу. В чем заключается суть? Прямо сейчас мы в чат напишем, кого приютить ТП ко мне по Дискорду. Если игрок захочет нас загрифрить, там, сломать наши сундуки и вообще украсть наш дом, то он не получает ничего. Но если он нас не обманет, то он получает мега крутой приз. А записываем мы это все на сервер Real World. Заходи, IP у тебя на экране и в описании. Мы тут играем каждый день. Это лучший грифический сервер. И тоже сможешь попадать в ролики, правильно? Алло, Шрек, тебя не слышно. Шрек! Шрек! Алло, ой, алло. Шрек, скажи что-то. Мне позвонили. Лучший грифический сервер Real World. Нет, просто скажи вместе. Правильно, да. Правильно, да. Все. А что я сказал вообще по поводу чего? Да забей уже. Уже все сказано. A few minutes later. Я только что телепортировал игрока. Саша, не летай! Не летай! Я ваниша. Да я тебя вижу! Саша, не летай! Не летай! Зайди в ГМ-3, зайди! Привет! Я ваниша! Да зайди в ГМ! Ты сейчас весь план испортишь. Короче, сейчас я перезапишу. Только что... Блин, забыл. Этот игрок к нам телепортировался и хочет, чтобы мы его приютили... И хочет, чтобы мы его приютили, и поэтому, молодой человек, пожалуйста, напишите свой дискорд, здесь, давайте я его сейчас выведу, давай, дорогой, вот тут пиши, тут нет привата, и сейчас мы как раз таки проверим, загриферит нас он, либо же нет. Ух, звонок идет, почему он трубку не берет, я ведь голос уже, алло. Алло, здорово, алло. Ты алло, тут? Это вас двоих приютить надо? Да. Можно да. Мне тоже? Банкомёда тебя в приват надо? Да. А ты точно не грифер? Нет. Алло. А ты этот, телевизор, ты не грифер да. Или кто не, ты? Не, ты микроволновка? Ты не грифер, правильно? Нет, я не грифер, добавь, пожалуйста. Мёд, ты... Нет? Нет, я не грифер. Все, мёд, ты телепортировался ко мне, да? Да. А что это за чел вообще тут, Балдис? Да кто это я? Он! Все, это мёд. А, ой. Вдвоем. За мной, ой. Идите за мной, о, за мной да, идите. Да, идем. Короче, идем. Я вам сейчас покажу хату, в которой вы будете жить. У меня есть одни условия. Да. Какие условия? Так, рассказываю вам об условиях. Короче, так, это двухуровневые апартаменты. Строил сам. Да. Барбос! Тишина! Да. Тишина, когда я разговариваю, тишина! Дай вернись. Правила рассказать. Хорошо. Обернись. Твою ж за ногу! Кто-то из админов узнал, где я живу. Сейчас я напишу админ, верни дом. Балдис, он какой-то странный, скажи. А, о, дом появился. Короче, значит так, идите сюда. Идем. Да. Здесь были сундуки, но админ их, короче, утилизировал, потому что я дюпал. Ну, короче, такая фигня происходит иногда, но здесь есть два сундука. Один правый, другой левый. В левом можете брать, в правом а смотреть, брать? Понятно? А приедешь домой, в дом вообще, как он появился? Сейчас сначала экскурсия, потом... Что?
Рез надо дать. Мне? Да, тебе. Я взятки не беру, поэтому пойдем в дом. Пойдем, пойдем, заходи. Какие взятки? Заходи. Короче, здесь у нас ситуация следующая. Второй этаж, это вы здесь можете себе комнаты строить. И теперь сюда а иди. А еще чего строить? Есть ресурсы вообще? Есть, левый сундук, я ж показал. Да ты нормальный человек. О, тут резал. Короче, посмотри, сколько тут ресурсов. Меня чем? Сейчас я тебя в приват добавлю. Короче, здесь ресурсы. Сейчас я тебя в приват добавляю. Сейчас я тебя в приват добавляю. RG Add Member. Все, я тебя добавил, проверяй. Короче, отсюда ничего не брать. Все, что здесь лежит, брать нельзя. Просто посмотри. А, ой. Не-не-не, ты зачем берешь? Да, я буду это брать. Кстати, самая главная задача моего брата — это спровоцировать его на то, чтобы он украл у меня все ресурсы. Да, Саша! Как же ты задолбал эти сейчас? Что ты делаешь, барбос? Саша, не порти съемки! Верни дом! Давай его, ну как бы, блин, он просто время наше занимает, мне кажется. Да, пофиг. Что занимаю? Админу помогите написать, пусть дом вернет. Дом! Верни, админ! Давай я помогу, верни. Админ, верни дом. Короче, заходите, заходите. Это двери. А, ой. Нифига себе. Ты нафига дом ломаешь? У нас свои двери, прости. Вы зачем? Еще раз ты так. Ты зачем сломал? Барбос, если ты еще раз так сделаешь, это я тебя высуну. Это не я, это Балдис, это вон. Ай. Так, парни, значит так, у меня есть для вас миссия. Вы должны на втором этаже построить себе комнату. Я сейчас отойду и скоро приду, понятно? Ага. Я сейчас временно ливну с сервака, скоро да, приду. Да, хорошо, хорошо. Только ничего не брать, не гриферить, понятно? Да, я пойду себе вообще комнату просто построю, да, Балдис? Все, я отошел. Пойдем. Так, Балдис. Я сейчас захожу в ванеш, пишу ГМ3. Может мы ресурсов возьмем, Балдис? Зачем? Может ресурсов возьмем? Интересно, согласится, либо же нет? Зачем? Да ну как, будет ресурс у нас. Я сейчас напишу Саше. Смотри тотемов, смотри сколько тотемов у него. Сделай, чтобы он ресы взял. Только не бери, зачем, он же обидится. Саша меня уже обокрал. Что это такое? Чисто взял дофига ресов такой, еще палочка на отдачу 1000. Самый беспалевный игрок, который живет в моем доме, просто. Он мне два раза снес хату. Да я случайно взял. Отверни. Да я сейчас положу. А что, вернёт, его главная задача — спровоцировать Балдиза на то, чтобы он захотел взять ресурсы с моего дома. А зачем мне? Барбос, сейчас я... Что тебе? Барбос? Да мне тотемы дали. Кто? Он ему комментарий положил. Появились. Саша, надо его уговорить, а не насильно ложить. Просто его уговори. Уговори ты его, Саша, не беси ты меня. Просто уговори, что он молчит. Что он делает? Он мне сейчас съемки просто руинит. Так, он говорил, вроде бы в левом сундуке можно брать, а в правом смотреть. Ну пока слушайте, он как бы, типа, взял ресурсы для того, чтобы себе дом построить. Что ты делаешь? Зачем? Балди, зачем ты сломал это? Зачем? Он же говорил не трогать ничего. Зачем ломаешь? Он говорил ничего не трогать. Все, я записал, Балдис, то, что ты это сломал. Не ломай, зачем? Вот у тебя и топор в руках. Вот. Не ломай. У тебя и топор в руках. Зачем ты все это сломал? Да нет у меня топора. Что происходит? А что это было? Я записал все, Балдис. Я уже ничего не понимаю. То ли он руфлит, то ли не руфлит. Вообще ничего не вдупляю. Да не ломай ты. Все под запись. Ты зачем ломаешь? Не ломай. Балдис, все под запись. Я доверу буду жаловаться на тебя. Скажу, что ты самый нечестный игрок. А потом хозяину этой комнаты. Короче, понял? Я понял. Он просто взял и убежал с моего дома. То есть он ничего не взял. Как вы понимаете, он просто взял и, считай, выселился с моего дома. Скажу все хозяину. Рассказывай. Шамилю, да, или какого? Шамилю, это я, кстати. Я Шамилю. Ты вообще стекло зачем сломал? Зачем ты ломаешь? Не ломай. Это ты все делаешь. У тебя топор в руках. У меня даже топора нет. Ты, Балдис, я не знаю. Я Саше еще раз пишу. Просто попроси его меня загриферить. Хотя, возможно, он сейчас берет ресурсы. А нет, он перекладывает их в сундук. Вы прикиньте, то есть он настолько честный. Не ломай. В отличие от соседа сверху. Да что я не ломаю, возвращает Балдис ресурсы, вы представляете? А сосед сверху просто... Что ты делаешь? Что ты делаешь? Боже мой, пора ты приходить делаешь? Пора уже приходить, потому что это уже ни в какие рамки зачем не лезет. Зачем ты это все делаешь? Зенни просто сейчас съем мне руин. Ну ты попал. Так, я сейчас прихожу, все, я включаю микрофон. Не надо ломать. Конечно. Вот сейчас он придет. Да, алло, Балдис тут вообще ломает все. В смысле, сейчас я на сервак зайду. Быстрее, он тебя гриферит. В смысле? Быстрее. Я наоборот ресурсы. Вот, смотри, он ресурсы ворует, посмотри. Сейчас я зайду, Посмотри. Быстрее, посмотри. Балдис, ты что делаешь? Посмотри, что он делает. Я ресурсы возвращаю, он сломал. В смысле, Балдис? Давай его убьем, чтобы он ресурсы не забрал. Давай. Ай, что ты делаешь? Давай.
все, я его убил, не переживай, Балдис, вот ресурсы, ты, забирай. Балдис, ты честно ничего не брал, Балдис? Смотри, сколько Ай, он взял, я возвращаюсь обратно. Смотри, сколько он взял ресурсов. А ну, Балдис, Балдис, а ну, телепортируйся сюда. Телепортируйся к нам быстренько, Балдис. Так, сейчас проверим. И вот топор, которым он ломал, посмотри. Балдис. Вот он, вот Балдис. Он топор, которым он ломал. А кто сломал тогда? Скажи мне только честно, он Тут или он? Ты? Он ломал, честно. Посмотри на меня, я мог что-то сломать? Да. Или нет, Балдис? Да нет, ну... Это он все ломал, он еще да меня убил. Да посмотри на Балдиса, он даже вот... Я бы его вообще... Ай, что ты делаешь? Давай его вообще выпишем из дома, пожалуйста, я тебя на, очень сильно я прошу. Возвращаю, это не мое. Да, да, уже при... все, спалили, так уже возвращает, да. Балдис, ты зачем? Смотри, ты зачем видишь, он ломает, он сломал. Балдис, зачем ты сломал? В смысле сломал? Он скинул, смотри. Он скинул, он сам скинул его. Что смотри, происходит, Балдис. Пацаны? Кто из вас грифер? Я не понимаю! Убить грифера. Ай-ай-ай. Ресурсы все. Стоп, пока стоп. Остановитесь вдвоем, Балдис. Я хочу тебе кое-что признаться. Чё? На самом деле, ты выиграл этот дом. Это была проверка на честность. Самая ужасная проверка на честность, которая могла либо вообще случиться. Барбос! Зеленый Халк, глобус, автобус. Балдис, а ты меня вообще узнал? Да, ты домер. Я стою, я твой подписчик. Балдис, иди в пень просто. Что это такое? Ты нафига меня убил? Я ему подарок давал. Короче, Балдис, что ты сразу не сказал, что ты меня узнал? Мы искали другого человека. Ну, короче, за то, что ты честный, я тебе магистр дал. И этот дом теперь твой, забирай. Да не ломай ты, Саша! Ну ладно, все, за то, что ты честный, Балдис. Этот дом теперь твой. Да Саша, это его дом! Я думал, реквизит с собой забираем. Да какой нафиг реквизит? Мы ничего не забираем, оставь ты ему. Это реквизит дома, надо забрать брат, с собой. Брат, насколько тебе реквизит этого дома нужен? Зачем ты с этого дома во время записи? Ты всю съемку заруинил просто. Что? Ты видео снимал? Нет, нет, на магнитофон сам с собой разговаривал, если честно. Ладно, если честно, да, видео снимал. Прости, что вот я сейчас просто на нервах. Из-за одного зеленого. Все, я не хочу Домер. С тобой записывать ролик. Все. Как тебя зовут, скажи мне? Имя. Сережа. Сережа. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты не Шамиль, ты Сережа. Зачем ты меня забанил, Саша? Ты достал. Все, просто иди в пень. Ну, а вы подпишитесь на канал, заходите на лучший гриферский сервер Real World. Я все-таки решил этот ролик выложить. IP в описании. С вами Домерка. И вот этот вот Зенни. Можете посмотреть его ролик слева. Скорее всего, он тут будет. От его лица. Иди в пень, мужик. Всем пока.